Совсем скоро со специалистом связаться можно будет и через Skype. Слабослышащим поможет оператор-сурдопереводчик. Например, также позвонить в пенсионный фонд. Например, получил так меньшую пенсию. Естественно, переводчик, диспетчер звонит, узнает, в чем дело, и глухому объясняет. Пока получить справочную информацию в диспетчерской службе можно с помощью СМС-сообщений по любым социальным вопросам. Такая услуга появилась в Хакасии впервые. Это стало возможным благодаря гранту Министерства труда, который получило Республиканское общество глухих.